честь Дня единения народов России и Белоруссии прошла творческая встреча студентов Тюменского университета и почетного генерального консула республики в областном центре. Участники отметили важность сотрудничества нашего и белорусских вузов. Владимир Шугля рассказал собравшимся о своем творчестве. За 28 лет он написал более десятка книг. Это проза, поэзия и публицистика. Гостям встречи и консул презентовал свои книги и зачитал стихотворения. Нормальный любой писатель, поэт, для кого он пишет? Ну, тот, кто просто начинает, он для себя складывает куда-то, да, для друзей, для товарищей. Когда ты состоялся как писатель, как поэт, тогда, естественно, ты стремишься, чтобы аудитория была шире. И самое главное, передать то, что тебя волнует и беспокоит. А меня что волнует и беспокоит? Прежде всего, простые человеческие принципы.